каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнину с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на анимацию «Знакомьтесь, Боб». Это Боб секретный агент. Окей. Надеюсь, Боб в этот раз выживет. Пожалуйста, давайте смотреть. Боб, тут нам покажешь в этот раз. Знакомьтесь, Джеймс Бонд. Джеймс Боб. Джеймс Боб. Да, я догадал. Потому что такая же заставка в Джеймс Бонде. Боб спасает мир. Самую мощную ядерную бомбу. Биг Бэд Бомб. Но сначала до нее надо добраться. Тебе понадобится снаряжение, Боб. Костюм тройка, часы с лазером, рентген очки, ну и репеллент от акул. О-о-о, сколько отсылок. Чтобы Боба не засекли на радарах, сколько отсылок разным героям. Самолета с высоты не более 100 метров. Затем вырубить минимум 10 охранников. Для этого у него есть 36 видов различных боевых искусств. А изи. Также любой из 120 предметов в комнате. Вообще теперь изи, даже не вспотел. Теперь Боб должен попасть в лабораторию, где хранятся коды доступа для отмены запуска этой ракеты. Аккуратней, Боб. Здесь лазерная охрана периметра. Используй специальные очки, чтобы видеть лучи лазера. Не очень сработало. Не хочу тебя лишний раз пугать, но если ты попадешься, тебя начнут пытать водой, огнем, железом, ядом и, конечно же, обнимашечками. Не бойся. Обнимашечками. На этот случай в твоем воротнике спрятана ампула с цианистым калием. Умрешь уже через 30 секунд. Ладно, переходим к плану Б. Ты должен добраться до машины. Но для начала тебе нужно выбраться. Жестяк какой-то. Снимай наручники. Ты можешь это сделать, просто сломав свой большой палец. Попробуй. Ты перестарался. Ау. Теперь беги. Доктор зло. Налево. Справа будет охранник. Заходи в дверь. Миллион долларов. Это что же, мало? Миллиард долларов. Я помню, я смотрел. Ты сделал это. Теперь садись в машину и ни в коем случае не оборачивайся на взрыв. Ведь в противном случае ты обожжешь себе роговицу. Но что еще страшнее, ты не будешь крутым. Крутые не смотрят на взрыв. О, черт. О, черт. О, черт. О, черт. Да ну серьезно. Ну почему? Он же прошел. Злой Боб, спасай его. Почему он злой Боб? Он хороший, он спасает Бобов. Показывай этот ролик друзьям и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые эксперименты. Матрица. Какую же таблетку выберешь ты? Синенькую или красненькую? Ладно, ладно, окей. Непонятно, судьба мне Боба, у него оторвала руку. Мне кажется, после этого, ну, как-то тяжело выжить, да? Хотя, по идее, ему должно было оторвать ноги, потому что бомба была снизу, удар должен был быть снизу. Не знаю, не знаю, ладно. Ребята, ссылочка на оригинал в описании, как обычно, переходите и подписывайтесь на канал, знакомьтесь. Боб, всем понравилось, а если вам понравилась моя реакция, можете еще подписаться на меня, поставить лайк и подписаться на мою группу ВКонтакте. Будьте молодцами, всем удачки и всем пока-пока!